больное место, это как болячка, которую надо лечить. Возле Муйнака воды вообще нет, такое море и нету. Я многим людям говорил, что вот будет там на Аральском море, хотим сделать фестиваль. Мне просто откровенно, честно смеялись. Music can emerge in totally unexpected places. To most of the people, when they hear about electronic music at the bed of RLC, this is of course kind of a wow effect. Electronic music here in Uzbekistan was not the part of a mainstream. You would expect something like this somewhere in Ibiza or Europe or anywhere, but not in Muinak. Наполнен звуками Арал. Если звуки дойдут до Арала, может быть, и проснется этот бог Арала, который может свернет большой фонтан воды, который может заполнить Арал. А чудес никто не застраховал. Правильно?